Россия обвиняет развитые страны Запада в дискриминационном подходе к проблемам защиты окружающей среды. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, этот вопрос должен стать одной из тем саммита лидеров 5 постоянных членов Совбеза ООН. Налицо было стремление развитых стран Запада, которые уже вышли в постиндустриальный режим своей экономики, сделать все, чтобы остальные прекратили загрязнять, а стало быть, и прекратили развиваться. И баланс между интересами защиты климата, охраны окружающей среды, с одной стороны, и законными интересами социально-экономического развития стран, которые находятся на гораздо более низком уровне, этот баланс всегда был ключом в нашей позиции, и в итоге эта логика, я считаю, преобладала в Глазго, и это отражено в ее решениях. Лавров говорил об итогах конференции ООН по климату. На форуме звучала и критика в адрес России, в том числе со стороны президента США Джо Байдена. Он обвинял Москву в молчании, недостаточно активной позиции в вопросах глобального потепления. Российского лидера Владимира Путина Байден раскритиковал за отказ от точного участия в конференции.